Пожалуйста, подойдите, представители по доверенности. Мы вас официально уведомляли. У нас начинается приемка. А вот и по Тимофеевой работаете, да? Да. У вас представитель по доверенности? Нет. Нет его. А как мы будем принимать у вас работу сегодня? Не знаю. Но мы же официально уведомляли вас. Работаем. Представитель, у нас есть доверенность на вас. Другой доверенности нам не поступало. Ой, не надо снимать только, а. Давайте все какую-то хрень потом говорить. Не, а то, что вы базаром приходите, я не могу. Сейчас мы вместе с вами пройдем по объектам, посмотрим. Подрядчик был официально уведомлен о том, что будет сегодня приемка работы. Ну, поэтому вот с присутствием прессы представители депутатского корпуса должны подъехать, и нас уведомляли, что они обязательно будут присутствовать. Действующее законодательство предусматривает следующие параметры. Если мы надлежащим образом уведомили подрядчика о принятии работ, он получил наше уведомление, значит, он считается надлежащим образом уведомленным. И мы можем даже в его отсутствии начать приемку работ. Тем более, что у нас все открыто и доступно. У нас, по крайней мере, сейчас есть только доверенность на одного из представителей, но он отказывается с нами беседовать. Это который тут на лавочке сидел? Да, вот два представителя. На одного из них есть доверенность. Юрий Викторович Вальпович. Ага. Юр, иди поговори с нами. Это оценка выполненных работ. Они хорошие одни, с администрацией. Так ты работаешь на эту организацию, ребята? Так я тоже с тобой не хочу общаться, как ты попал. Ну что, я тебя ничего не так делаю. Мы пришли для кого-то цирк устраивать. И просто расскажи, что есть. Ну вот, приедь, Саша. Дай сигаретку, я тоже с тобой постою.